достаю слишком далеко. Раз-раз, Тагариус. Раз-раз. Я. Так, здорово всем еще раз. Сокет. Можно линкануть? Что? У меня просто денег нет, я все этот вот на этот на профи потратил. У меня только осталось этот портяжку докачать и зачарить плащ. Так я полностью фул. А в банке же один есть. Интеллект. А, интеллект же нахуй.
Там камень надо. Камень мне просили. Это кто? Сейчас. Лак. Сколько торчу? Ноль. 200. Ну ладно. Огромное спасибо. В долгу не останусь. Алло. Алло. Как вас зовут, да? Ладно. Привет всем. Привет. 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 Там что-то какие-то большие цифры были, когда запускаешь лаунчер. Типа, загружалось там чуть ли не 500 мегабайт. Кто знает, что такое? Не знаю, ничего не буду делать. А что, где Войт-то? Да, он же здесь был. Вы все травили первого босса? Не могу пригласить члена другой группы. Слышишь? Да, да, слышно. Я, честно, не знаю. Сейчас напишу Бегвару. Я могу пойти только минут через 20. У меня здесь есть гильдии мотолюбители?
Понял. Да тут трейтов пока что все в тильт нахуй. Войт молчит. Да вот он только же был. Он да, был, он отходил. Отошел, походу. У Войда депрессия из-за того, что рейд молчит, а рейд молчит из-за того, что Войд молчит. Вот такой круговорот молчания. Замкнутый круг, блядь. Заходит. Да хули Войд уже на второй час собирает рейд, все собрать не может. Привет, все молчат? Привет, Настя. Привет. Мы же, блядь, хотели в десятку льду пойти, но они что-то, блядь, с Данилом, блядь, сцепились, блядь, в чате. Пострадали те, кто не в статике. Бигвар написал, что тоже сейчас зайдет, минут через две он пришел. Вы не бросились сюда бота зайду? Уже и боту сразу его выключите. Ну, здесь никто не против. Здорово.
Привет, Макс. Он пытается зайти, у него что-то не то. Что-то не грузится. Да не, у него не игра, а сам комп что-то тупит. Thank you.
А ты кто катапультируется в этот... В осадку, да, садится? А у нас опять плюс ноль, да? Да. Нет. Ты из-за этого способен закрыть? Зачем? Я знаю, как босса убить на плюс 4. И на плюс 0, соответственно, тоже. А за баг, если логи проверят, пермак... Ну, не пермак, неделю банан ГМу и 2 дня или 1 день все гибли, кто в рейде был. А чё за херня? Чё нельзя второй... Всем привет. Чё нельзя второму человеку подсесть в разрушителя? Нет, тут ты не только так. Тут многие так. Потому что есть... Я два штуки попробовали, я только по одному. Всех залагало? Нет. Так а чё, багать будете, что ли, или что? Спасибо. Что-то куда садиться-то? Если мы ему победителем. Его басу косил. А когда мы будем начинать примерно? Чтобы отойти или не отойти? Тогда как будете готовы, ну типа, блядь, дашь арчи, я зайду. Я просто в другой дайс прыгну. Ну, я не отхожу, я здесь все время. Получается, ну, уже все заставлено, если что. Ни в какую. Ну, я в осадке. Визиря курьером нанялась, да? Блин, это мило, когда сова ездит на машинке с этой штучкой.
Есть предпочтение, в какую машину сесть или в рандомную? Все чудесно, сел. А я не могу нажать, потому что машина не сижу. Ничего ты не можешь нажать. Р что нажать не могу, я не сижу. Здорово. А Саил, подъедь полчилдана. Подъедь полчилдана, пожалуйста. Я не достаю. Да, ну, подожди. Поближе. Езжай. Да тут ты ездишь же. Да вы что, прикалываетесь? Два раза 50 то дедалги. Кроме. Он нарчи точно взял еще кожаное что-то.
Сейчас захожу. Вот, я в ДЦ, видимо. Перекинь мне, пожалуйста. Окей. О, вихрь. То после третьего 100% не воспринял ничего сейчас. Это вроде норм. А можно мне немножечко объяснить еще раз? Подбивать, это что значит? Ага.
Да. Вот. Ага. Ага. Окей. Понял. Есть, я не заключался. Здорово. Я в ковше. Веди его в воду. Отбегай. Блин, не рассчитал. Можете этот танк бэхнуть или что-то? Ага.
А, хил. Да, он подпрыгнул будет, этот. Да? Он подпрыгнул, не успел выбежать. Нет, у меня хилы забили хилить. Второй раз дух. Да. Лек, если что, мы тут все подхиливаем. Даже Лема и все остальные. Ну, понятно. Бегай. Байра не будет, могу отойти. А что будет, если все железные создания закончатся? Некоторые ноут, что спустя 7 минут 55 секунд начинается берса, вне зависимости от наличия или конца мобов. Да, ну 8. Здесь, да. Но это не самая проверенная инфа, это просто рандом с форум. Фото ДД, фотовар ДД в этом вообще. Я по количеству там стаков смотрю, сколько голема вообще.
Нет, все-таки не нарвали. 8 минут ровно. А вопрос по бэрам, типа, о чем их не даем? Да, берса. Ну, после как он, блядь, подкинул. Тут просто хила можно, типа, ему помочь, там, за нас вот в рейде. 5 паладинов, у каждого есть почти мастер аура. Либо, если нет мастер ауры, весь их не жмут. Мастер аура на огонь, это вполне минус процентов 10 нанесимого урона по всему рейду. Ну. Но указ, когда он говорит, это омоложение шпоху можно бросать или нет, и вообще фейс полностью. Именно каст. Ты не кастуешь. Мгновенно. Поставьте шкаф. Поставьте шкаф, где говорят, присумуете.